На календаре вторник, на часах 19:45. Это значит, что наступило время спорта. С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Постигаем азы фехтования с олимпийским призером. Павел Сухов о первых тренировках, олимпийском финале и особенностях экипировки. 3 победы из 3. Баскетболисты Самары начали защиту титула чемпионов российской суперлиги. Не смогли удержать победный счет после перерыва. Футболисты Крыльев проиграли московскому ЦСКА. Путь к олимпийским медалям всегда непрост. Это бесконечные тренировки, большое количество турниров, победы и поражения. Куда без них. Но полученный результат оправдывает этот путь. Об этом точно знает Павел Сухов, серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Я потренировался вместе с ним и постарался нанести хотя бы один укол заслуженному мастеру спорта. Наша съемочная группа присоединяется к тренировке заслуженного мастера спорта Павла Сухова. Павел, здравствуйте. Тренировка начинается с разминки, а путь к олимпийским медалям начинается с первых тренировок детских. Можете вспомнить свою первую самую тренировку? Какие эмоции были и почему выбрали этот вид спорта? Привели большой теннис, вот, но он стал дорогой. И получилось так, что нужно было идти куда-то на государственное учреждение. И как раз фехтование было. Вот. Это секция рядом с домом была, да? Или как? Ну нет, не совсем. Она была на Челюскинцев находилась. Вот, а жил я как раз напротив Николая Панова. Мичурина. Первая тренировка была, на самом деле, мы играли в футбол, еще что-то, такие тренировки. То есть, и заинтересовался случайно, потому что с детьми, в коллективе. Вот. Ну, а потом уже пришли и нам дали оружие, и стало как-то интересно. Выбор оружия как-то выбирает ученик или тренер какие-то рекомендации дает? Скорее, ты, наверное, или к какому тренеру попадешь, то есть как же идет набор в детстве, и если попадаешь, допустим, на рапиру, то еще. Ну, у нас в Самаре еще все-таки зависит от территориального, то есть, допустим, здесь у нас только шпага, да, то есть в училище Олимпийского резерва, а уже допустим, где стадион Локомотив, Торпеда, там уже рапира специализируется. Устроится этот центр, все хотят сделать большой, чтобы все это объединить, чтобы фехтование было именно все в одном месте. При этом самарская школа является одной из ведущих в России. В этом году на Олимпиаду поехали сразу 4 спортсмена. Такое представительство не имел ни один регион. А среди тренеров есть настоящие легенды. Например, Виктор Вдовин, воспитавший не одно поколение талантливых атлетов. Вполне можно сказать, несмотря на наше скромное по отношению к Москве возможности, от нас тоже уезжают и в Москву некоторые уезжали. Но надо сказать, что все добились высших результатов в будущей Самаре. Сухову неоднократно предлагали в Москву уехать, все прочее, но он бежит туда. Молодец. Для тренировки что нам сегодня понадобится? Нам понадобится костюм, который будет защищать, получается, верхнюю часть тела. В данном случае это такой тренировочный, обычно его тренера используют для индивидуальных уроков или для парной какой-то работы. Перчатка, она будет защищать руку. Какого размера нужна перчатка? Слишком маленькая, слишком большая – это плохо? Да, потому что маленькая будет сковывать движение, будет неудобно, а большая она будет, получается, выпирать из-за гарды. Гарда – это у нас на шпаге то, что защищает руку от укола. Как ее брать и какие вообще ручки существуют? Здесь стоит так называемый пистолет, потому что она похожа на пистолет, здесь называемый курок. Здесь есть еще прямые ручки, то есть они, это в основном используются для начинающих. 4 пальца снизу, большой сверху. Я заметил, здесь есть маркировка Токио 2020. Да. Расскажите, это та шпага, которая была на соревнованиях непосредственно? Да, это именно та шпага, то есть ставится маркировка, и собственно, ей завоевывал медаль.
Но я видел, что во время соревнований некоторые меняют процесс. Да, потому что у каждого спортсмена несколько шпаг на, как раз на такой случай, если вдруг что-то перестает работать, потому что у нас же здесь наконечник переходит в клинок, на котором провод, если вы видите. И все это подключается к системе, да, и чтобы можно было зафиксировать, кто колет быстрее, потому что иногда настолько одновременно, да, колет, что ну, человеческий глаз не способен это увидеть, и для этого в помощь приходит аппаратура. Ну и завершает образ – это маска. Обязательно. Вот. Должна быть маска, то есть если она профессиональная, она выдерживает определенную нагрузку, то есть сюда, и то есть ее тоже невозможно проткнуть шпагой там, или каким-то острым предметом. Ну что, мы экипировались, теперь пора переходить на тренировку. Давайте попробуем. Так, ну что, надо изучить базовые движения. Основы фехтования – это что? Это стойка. Значит, все начинается со стойки. То есть ноги встают как бы, как вот в этом есть первая позиция, да? Потом получается на шаг, ну как вот удобный шаг, удобный, можно пошире даже немножко, сгибаем в коленях и ноги как бы перпендикулярно, да, находятся. Вот, ну и пробуем элементарно, вот даже без руки пока можно сделать, там шаг вперед, шаг назад. Потом что, добавляем руку, да, опять же, вот ставим руку, то есть вообще правильная позиция вот она должна быть, вот такая вот. То есть и что бы рука ни делала, локоть остается здесь, то есть и вот она, и рука выходит в укол, вот. И вообще в чем сложность, даже вот начиная с детского, чтобы синхронизировать ноги и руку, потому что тяжело, то есть и думать о ногах, и думать о руке. Вот. Ну, кстати, уже хорошо получается. Ну, я занимался танцами 9 лет, поэтому... Вот. И чтобы нам поставить укол перед спаррингом, мы можем пройти на тренажер. Мы занимаем правильную стойку, руку в правильное положение. И самый какой базовый укол? Укол прямо. То есть просто наносим укол прямо, да, вот можно чуть-чуть повыше. Вот, да. И можно добавить ногой немного, если не достает по дистанции. Ну, вот. Вот такой вопрос сейчас появился. Куда девать вторую руку? Что с ней? Вторая рука, ну, она вообще свободна. Раньше была классическая стойка, то есть она была вот такая, вот рука была здесь. И изначально учат для, то есть отмашки, когда делаешь выпад, чтобы рука уходила назад, да. Вот, ну, сейчас уже как бы упростили, то есть она может либо здесь болтаться, либо здесь, может она, или помогать равновесию, как-то еще что-то. Но во вторую руку ведь тоже можно упасть. Да, в нее укол засчитывается, но ей нельзя вообще дотрагиваться до клинка соперника. То есть нельзя вот так нельзя. Схватить клинок и выдернуть? Нельзя, за это сразу штрафной укол дается. Дошли все-таки вот спустя три эти олимпиады до олимпийской медали. Какие вот были ощущения непосредственно в тот день, с самого утра и вот на протяжении этих предварительных боев, и что чувствовали в финале? В начале дня вот была прям какая-то такая уверенность, то есть настрой был хороший, боевой, именно вот на бои, на подраться. Вот. Потом, когда уже прошли Италию, прошли сборную Китая, то есть попали то есть в двойку, как-то вроде чуть подуспокоилось, но все равно себя заводили, что ну, еще одна встреча нужна с японцами, когда мы выходили. Вот. Ну, проиграли встречу за первое место. И вот в тот момент было, конечно, такое, как сказать, наверное, расстройство. А уже потом, когда после церемонии награждения, когда надели медали, когда вот все, вот это твоя медаль, серебряная, все, да, не золотая, но от этого для меня она не стала как-то хуже, что ли, или там менее мне цена, дорога, то есть вот это моя медаль, моя ноша, вот, и я как бы с гордостью пошел уже там давать интервью и рассказывать о своих эмоциях или еще о чем-то. А есть ли задача попасть в 24-м году в Париж? Да, есть такая, есть в планах это и задача, потому что чувствую, что и силы есть, и все нравится, и плюс осталось-то, по большому счету, 3 года, а через полтора уже начинается отбор. То есть у нас же за год начинается отбор, и поэтому... Будем работать, будем стараться. Да. Ну что, пробуем? Ну что, да, попробуем. Все-таки нанести, стараться, укол олимпийскому призеру. Я готов. Обычному человеку
который не занимается фехтованием, будет очень сложно. Выходи, выходи смелее. Так. Ну, вот, заметил, что когда кончается бой, неважно, какие были эмоции, неважно, с каким результатом закончилось, есть какие-то традиции, да, в фехтовании? Да. Обязательно нужно поприветствовать соперника, обязательно поприветствовать судью, да, и пожать руки. В данном случае жмут левые, да, потому что... Да, обязательно невооруженной рукой. То есть, если бы были в шату, мы бы жали вот так, допустим. Так, ну, итак, приветствуем. Друг друга, приветствуем судью, судей, в нашем случае операторов. Оператор и жмем руки. Что, вот такая вот у нас получилась тренировка с олимпийским призером Олимпиады в Токио Павлом Суховым. Павел, спасибо вам. Теперь, да, можно без перчаток. Спасибо вам за тренировку. И спасибо, что пришли. Спортивного долголетия и реализации дальнейших планов. Спасибо. Баскетболисты Самары уверенно начали защиту своего титула – чемпионов российской суперлиги. Три победы на старте нового сезона. Две из них были одержаны перед своими болельщиками. Подробнее об играх в рубрике «Взгляд с трибуны». Игра прошлогоднего триумфатора чемпионата и андердога из Сибири стала настоящим украшением второго тура Суперлиги-1 вопреки прогнозам экспертов. Скромный Иркут сумел навязать свою игру чемпионам из Самары и лидировал после большого перерыва. Гости грамотно оборонялись и клали в корзину сложные мячи из-за дуги. А вот у снайперов с берегов Волги дела в атаке не ладились, но после серьезного разговора в раздевалке с Игорем Грачевым за дело взялись новички – Александр Гаврилов и Стефан Хикс. В третьей четверти преимущество Иркута начало таять на глазах, а в заключительном отрезке встречи самарцы ушли в отрыв. Максим Шелекета заработал 2+1, Владимир Печкуров был точен на дальней дистанции, а любимец публики Артем Сбутянков уверенно реализовал штрафные броски. Сибиряки пытались вернуться в игру, но чемпион остановить в этот вечер уже не смогли. В итоге Самара добывает первую победу на домашнем паркете со счетом 94-83. Игроки баскетбольного клуба «Самара» преподали хороший урок «Динамо» из Владивостока. Дебютанты турнира не смогли оказать серьезного сопротивления действующим чемпионам и капитулировали еще на старте поединка. В первой четверти подопечные Игоря Грачева отправили в цель сразу 5 трехочковых благодаря стараниям Шелекета, Гаврилова и Барашкова. Во втором отрезке встречи волжане увидели эффектный данк в исполнении Александра Семенюка и изобретательные передачи Александра Гаврилова. К большому перерыву хозяева паркета оформили +21. Экс-игрок «Самары» Алексей Голихов, который сейчас возглавляет «Динамо», не смог достучаться до своих подопечных, и игра в одну корзину продолжилась. В какой-то момент «Динамовцы» опустили руки и совсем перестали оказывать сопротивление сопернику в обороне. Как итог, уверенная победа хозяев со счетом 91-54. После трех игр в Суперлиге 1 «Самара» имеет 100% показатель по победам и идет в группе лидеров первенства. Следующий матч волжане проведут на выезде в Сургуте против команды «Университет Югра». Встреча состоится 27 октября. Далее коротко о последних спортивных новостях региона. Баскетболистки Самары впервые в истории выиграли Кубок России по баскетболу 3-3. Турнир прошел в Перми. За золото боролись 24 команды. Кристина Евсеичева была признана самым ценным игроком турнира. Футболисты «Крыльев Советов» не смогли обыграть столичный ЦСКА. Самарцы, которые играли на выезде, открыли счет на 11-й минуте встречи. Иван Сергеев откликнулся на передачу Горшкова, перекинул голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и отправил мяч в ворота. Однако сохранить победный счет во втором тайме волжанам не удалось. На 57-й минуте Чидера Инджуке сравнял счет, на 85-й отличился Федор Чалов. Окончательный счет на 89-й минуте ударом из штрафной установил Антон Заболотный, 1-3. У «Крыльев» осталось 16 очков. Команда на 8-м месте в таблице. Следующий матч самарцы проведут в Кубке России против «Енисея». Игра пройдет в Красноярске 27 октября в 16 часов. Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова на ежегодном теннисном турнире Кубок Кремля дошла только до четвертьфинала. В третьем раунде она уступила представительнице Чехии Маркете Ваундрошевой 4-6, 2-6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Анастасия на Кубке Кремля была посеяна под четвертым номером. Она трижды выходила в финал московского турнира, а в 2014 году его выигрывала.
Хоккеисты ЦСКА ВС в новый дворец спорта переедут не раньше декабря. Об этом заявили в региональном министерстве спорта. На льду в Кристалле у летчиков пока не складывается. Хоккеисты занимают последнее место в турнирной таблице ВХЛ и пока еще не одержали ни одной победы. На этом сегодня завершается программа «Время спорта». Но вот само время спорта не останавливается никогда. Тренируйтесь, больших побед вам, удачи!